Седьмой пункт Landing Eagle. Так, выбираю его. Наведи, наведи. Вот, ниже, наведи. Вот. Cinematic вверх. Да. А интерактив он отличается же, нет? А, это я понял, это там ты взаимодействуешь. Это открывается сцена лендинг посадки на Луну. Кто-то продемонстрирует определенные навыки полетов. Да, давно слышал про этот Apollo Experience, где-то уже года два, как я про него узнал. И вот первый раз, благодаря тебе, посмотрел по-настоящему, да еще VR. Сейчас буду говорить свои впечатления. Ну вот для людей, которые вообще не знают истории, тут, конечно, они много узнают из истории, если будут читать. О, вот это самый лучший момент. Слушай, я в штатив так не это... В общем, это самая лучшая сцена. Чем она мне нравится? Тем, что размеры лунного модуля хорошо видны. И очень классно луна сделана именно из этих треугольных окон. И лунный модуль виден внутри со всех сторон. Можно посмотреть примерно, как тут было. Ну вообще я восхищен, конечно, это лучшая сцена. Цвет луны более-менее серо-коричневый, такой как надо. И достаточно реалистично сделано. Но, конечно, вызывает именно восхищение, как именно тут лунный модуль сделан, прорисован, все детали. Тут должна быть кнопка NGR. Сейчас я найду даже кнопку тут какую-то. NGR. Да. Pen на Pen. Pen на Pen. Где же тут кнопка NGR? Ну, для любителей миссии Аполло это, конечно, обязательно надо смотреть. Ну, это сделано очень классно. И размеры достаточно реалистично сделаны. То есть размеры самой кабины. Классный реализм. То есть особенно сзади. Я никогда не представлял, что там сзади. Ага, вот тут лунные камни лежали. Эта штука. Она же еще взлетала, короче. Не, ну там ничего, тут можно и колбаски съесть. В этом места хватит. Классно. Снижение, конечно, намного было дольше. Оно 2 часа длилось. Тут оно, не знаю, минут 15 идет. А в реальности 2 часа. Тут все намного быстрее.